Так, едем дальше. Сегодня по поводу реформы РАН, которую вы читали, да, читал я его на конференции, да? Очень хочется слышать. И привет вам из 95-го от двух маленьких детей на концерте. А, спасибо большое. Понятно. Так. Я прочитал, это была протестная конференция научных работников РАН, которая абсолютно не повлияла ни на что. Но единственное, что Нобелевский лауреат Джеральдин Шалфер, академик, читал на заседании Думы. Тоже не повлияло. Но я прочту сейчас. Но, хотя мнение все-таки. На дворе у нас не насти, очевидно, всем вокруг разогнать решили власти. Академия наук сдать министрам на поруки. Только что-то не пойму. Если нет в стране науки, защищать ее кого? Обещанием верить бросься. Нам теперь не интеллигент. Бюрократам в горле костью стал опять интеллигент. Не дади в чужие руки нашей будущей судьбы. Если нет в стране науки, там командуют жлобы. Нам сдаваться не пристало. И эта участь не про нас. Жить в Москве отсталой, продавая нефть и газ. Не просят там наши внуки за молчание вины. Если нет в стране науки, значит нету и страны.